Министр обороны Ирана Мохаммад Аштиани на встрече со своим армянским коллегой Суреном Папикяном в Тегеране заявил, что поиски безопасности за пределами региона будут иметь противоположный результат. Аштиани заявил, что архитектура безопасности должна формироваться в самом регионе, иначе он превратится в арену конфликта между сверхдержавами со всеми вытекающими отсюда последствиями и угрозами. Мы не должны допустить, чтобы регион превратился в поле конкуренции для иностранцев, что повлияет на безопасность и стабильность всех стран региона, предупредил иранский министр.